Приветствую всех любителей бани на канале Фарнаксфилм. Сегодня у нас обзор очень интересной новинки. Это чугунная банная печь от компании Везувий. Называется она Везувий Легенда Ретро 24 в облицовке из талькохлорита. Это очень интересная банная печь. Сейчас вы поймете почему. Ведь мы ее будем собирать прямо на ваших глазах. Поехали! Печь поставляется в двух коробках. Первая, самая большая, самая тяжелая, это непосредственно облицовка с элементами крепления. И чуть поменьше и чуть полегче, это чугунная топка. В комплект входит подробная инструкция по сборке и облицовке банной печи. Это паспорт к изделию и непосредственно схема монтажа. В конце нам желают легкого пара. Приступим к работе. Каждый элемент упакован очень качественно для того, чтобы он смог доехать в любой уголок нашей страны. Элементы облицовки упакованы еще вот в такую вспененную упаковочку. Это первые опорные элементы, которые устанавливаются вниз печи, и сверху них будут устанавливаться боковые элементы облицовки. На схеме вот этот элемент, задние угловые и передние небольшие плоские проставки. Ну, пока ребята разбираются с тем, в какой очередности монтировать элементы, мы посмотрим на саму топку печи. Ведь она называется Ретро, есть приставка названия Ретро, и, видимо, это сделано не случайно. Если помните, компания Везувий уже выпускала топки банных печей вот в такой вот слегка угловатой форме. Те топки очень хорошо себя показали, хорошо зарекомендовали. Единственное, что было видоизменено, вот внешний вид, толщина и ширина вот этих ребер жесткости. В целом же, конечно, качество литья не вызывает никаких вопросов, нет никаких раковин, крупных каких-то таких огрехов, нет ни наплывов, нет даже видимых следов зачистки от каких-то изъян. Внутри также уложен зуб-отбойник и крепится большая 205-я дверца. Алексей сделал замечание, что нам бы, наверное, прежде чем монтировать облицовку, нам нужно смонтировать на нее каменку. А каменка идет вот в этом упаковке. Пусть Алексей присоединяется, умник. В целях ускорения процесса сборки используются две пары рук квалифицированных специалистов. Но можно сделать это и самому, если никуда не торопиться. Талькохлорит очень хорошо держит тепло. Такие вот 4-сантиметровые плиты весят очень много. Видно, что камень обработан очень хорошо. Везде прорези для элементов крепления, которые также входят в комплект. Каждый элемент пронумерован. Алюминиевый профиль. Этот алюминиевый профиль используется для того, чтобы скреплять между собой пластины из талькохлорита. Ошибиться при сборке невозможно, нужно лишь следовать инструкции по сборке облицовки банной печи.
пошел второй ряд. Написано, что третий ярус, передняя и вверх. Отверстие. Просто подтягиваем гаечки. Специальными пластинами дверца крепится к верхним частям панели из талькохлорида. Уборка закончена. Время. Вот, друзья, сборку печи мы закончили. Буквально за 15 минут в две пары рук мы ее собрали. Сейчас впервые в жизни, да. Сейчас ребята протрут, посмотрим, как же она выглядит. Мокрая, конечно, она выглядит просто изумительно. А в парилке она и будет мокрая. Остатки пыли от производства. Слушай, мне особенно что понравилось, это на самом деле крепление дверки. Это просто гениально. Ну что ж, друзья, вы только что увидели, как собирается комплект «Президент» от компании «Везувий». Все очень просто, все очень быстро. Думать особо не нужно, потому что есть подробная инструкция по эксплуатации, по сборке печи. Ну и что хочется сказать в целом об этом комплекте. В нем используется проверенная временем чугунная топка от компании «Везувий» с толстенными стенками. Поверх устанавливается корзина каменки, которая помимо основной своей функции хранения камней, еще и оставляет доступ для прохода горячего воздуха для нагрева помещения, что тоже очень важно. Ну и что мне особенно понравилось, это то, что в комплект входит стартовый модуль дымохода, изготовленный из чугуна. И в этом модуле дымохода еще есть встроенный шибер. Очень важная, очень полезная штука.
Ну и сами по себе элементы из камня, конечно, вы видели, идеально подогнаны друг к другу, все промаркировано, ошибиться при сборке практически невозможно. Единственное условие, это, конечно же, устанавливать этот комплект на абсолютно ровную и прочную поверхность. Только в этом случае не будет никаких перекосов, не будет образовываться щелей, и элементы будут идеально состыкованы друг с другом. Этот и другие комплекты от компании Везувий вы можете найти у нас на сайте farnax.ru. Ну а если вы хотите их увидеть вживую, добро пожаловать в магазин на улице Большевистская, 73. Здесь установлена эта печь, которую мы только что собирали. Обращайтесь, подробно расскажем конкретно об этой новинке от Везувия. Но самое интересное, это, пожалуй, цена на этот комплект. Она вас просто шокирует. Зайдите на сайт farnax.ru, узнайте актуальную цену на этот комплект. Президент. Везувий Легенда Ретро 24 в облицовке из талькохлорита. Подписывайтесь на наши социальные сети, становитесь другом канала Farnax Film, подписывайтесь на наш канал, участвуйте активно в жизни нашего канала, следите за новостями. До новых встреч, пока!